Весна, похоже, все-таки сжалилась над нами, задержалась, но пришла, значит, и нам пора, пусть и с опозданием, сбросить себе все, что напоминало нам о затянувшейся зиме, и начать программу весеннего обновления. В эфире телегид «Покупатель всегда прав» и я, его ведущая Лидия Шулаева. Из этого выпуска мы узнаем, где отдохнуть весной и как сэкономить на отпуске летом, как обновить интерьер, а также о методиках, которые позволяют без медикаментов и операций восстановить здоровье. Быстро переключиться с серых морозов на яркие краски тепла проще всего с помощью путешествий. И апрель предлагает нам множество вариантов достаточно бюджетного отдыха. Также это лучшее время для того, чтобы начать планировать свой летний отпуск. Так что не затягиваем и отправляемся в бюро путешествий прямо сейчас. 15 лет на туристическом рынке города. Для бюро путешествий Bon Voyage 2018 юбилейный. За эти годы менеджеры агентства подарили тысячам туристов незабываемый отдых абсолютно в разных уголках Земли. И здесь точно знают, как организовать путешествие вашей мечты. Прошли все трудности с нашей страной, с нашей экономикой. Мы выстояли, выдержали. И будем, надеемся, также радовать наших горожан новыми турами, своей обязательностью, своей честностью, порядочностью. А туры в Bon Voyage готовы предложить самые разные. Прежде всего, это, конечно, путешествие в теплые страны этой затянувшейся весной. Это и гостеприимная Азия, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка. Это и Мальдивы, и Объединенные Арабские Эмираты, и даже Турция. Там хоть и не сезон, но можно очень хорошо отдохнуть. Температура плюс 20-22, множество так любимых туристами турецких спа. К тому же во многих отелях сегодня есть открытые бассейны с подогревом. Вне сезон, как ни странно, большим спросом пользуется Турция. То есть народ поехал в хорошие, дорогие, которые в сезон не укупить, пятизвездочные отели. Вообще Турция бьет все рекорды. Просто бьет все рекорды. Ну, потому что цены, альтернативы цены качества нет. Кстати, если до отпуска еще далеко, это не повод откладывать поход в бюро путешествий. Раннее бронирование – реальная возможность значительно сэкономить на путевках. В рамках этой акции поймать тур по очень привлекательной цене вы можете до конца апреля. И опять-таки, среди лидеров летнего отдыха снова Турция. Разнообразие курортов позволяет каждому найти для себя что-то по душе. Кому не нравится турецкая влажность в июне, в июле, пожалуйста, есть курорты, как Фетхи, Мармарис, Бодрум. Влажность там 50%, то есть совершенно практически крымский климат, все очень комфортно для детей, для всего. Ценами радуют Греция и Кипр, ну и, конечно, для тех, кто предпочитает отдыхать на родине, огромный выбор туров по России. Популярные направления – круизы по Черному морю на теплоходе «Князь Владимир» и полюбившиеся многим круизы по Волге. Для ценителей бюджетного отдыха в Bon Voyage специальные предложения. Для тех, кому нужно быстро, дешево, недорого, это автобусом из Сарова до моря и обратно. То есть до Анапы, Геленджик. То есть это самое близкое, что есть. Там есть много хороших отелей, Кабардинка. В Анапе Пионерский проспект, Витязева. Пожалуйста, приходите, пока все есть, пока есть выбор, можно все взять. На российские направления тоже действует акция раннего бронирования. И специалисты уверены, отправляться на курорты родной страны лучше всего в рамках пакетного тура. Сегодня есть очень интересное предложение. Самые выгодные цены по России с пакетом. Вот меня никто не переубедит в обратном. Потому что посмотрите, сколько стоит отдельный перелет из Нижнего Новгорода до Сочи, до Симферополя. Это просто какие-то ненормальные деньги. В пакете, я вот буквально вчера смотрела тур, два взрослых, три ребенка в районе Евпатории. Да, пусть это оленевка, но комфортабельно с детской анимацией, с трехразовым питанием на пятерых человек, было 89 тысяч. Перелет. Ну, это тоже акция раннее бронирование. Я считаю, что это замечательные цены. Ну и сюрприз для всех горожан. В честь 15-летия агентство путешествий Bon Voyage проводит розыгрыш среди своих подписчиков в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм. Вы можете стать обладателем чудесных прочнейших чемоданов, фирменных чехлов на багаж и других приятных любому путешественнику подарков. Регистрируйтесь, следите за условиями акции. Розыгрыш состоится 1 июня. Будут много маленьких призов. Следите за нами в соцсетях, подписывайтесь, делайте репост. Становитесь, будьте в центре событий, в центре всех наших горящих цен мы выкладываем в соцсети, потому что на сайте не всегда получается это все отловить. Турагентство Bon Voyage. Сказочное путешествие вашей мечты. Телефоны 30523, сайт bonsarov.ru. Небольшие изменения в доме – тоже важный элемент весеннего обновления. Порой достаточно одной детали, чтобы интерьер заиграл новыми красками. И сегодня мы с вами будем выбирать идеальный диван.
Диван по праву можно назвать императором интерьеров. Если его правильно выбрать, он станет не только ярким акцентом вашей гостиной, но и будет любимым местом отдыха для всей семьи. Выбор диванов сегодня не ограничен ничем. Вам нужна небольшая софа для кабинета или большой угловой диван для гостиной, на котором поместилась бы огромная компания. А может быть, вы ищете диван с удобным спальным местом? Какая бы задача перед вами ни стояла, с ней вы легко справитесь в новом магазине «Мебель Гранд», который открылся на втором этаже торгового центра «Куба». Здесь представлен богатый ассортимент высококачественной российской мебели из Ульяновска. Любой диван для вас изготовят на заказ, или же вы можете выбрать модель из выставленных образцов. Модели, которые у нас представлены, они в наличии. Если вы захотите забрать из наличия, то это возможно. И сейчас у нас март. У нас скидки в честь открытия, и на мебель из наличия у нас предоставляется дополнительно до 1000 рублей скидка. Выбрать диван вы можете как на примере представленных образцов, так и в каталогах. Здесь же вы найдете множество вариантов отделочных материалов, от привычного текстиля сдержанных тонов до кожи и замши самых невероятных расцветок. Благодаря огромному выбору фактур и расцветок отделочных материалов вы сможете заказать диван, который идеально впишется именно в ваш интерьер. Ну а если вы растерялись в огромном выборе, поможем вам сориентироваться. Вот, например, стильный диван «Клик-кляк». Его необычный дизайн подчеркнет ваш изысканный вкус, а ортопедические латы, которые лежат в его основе, помогут вам расслабиться на диване и отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Ортопедический матрас и у модели дивана «Мартин». Этот красавец – универсальное решение, компактный и сдержанный вариант для гостиной и по-настоящему царская ложа для спальни. Еще один диван для тех, кто любит спать с комфортом – модель «Фаворит». Его преимущество в том, что в нем есть большое место для хранения, и при раскладке диван имеет большое спальное место. Причем место для хранения двухсекционное. В одном вы можете хранить постельное белье, в другом – одеяло и подушки. Вместительное место для хранения и у модели Grand Lux. И дополнительный бонус – простейший механизм раскладки, с которым справится даже ребенок. Поэтому, подобрав яркую расцветку к этому дивану, вы можете заказать его для детской комнаты. В секциях для хранения могут поместиться все игрушки ваших шалунов. Продолжаем наше путешествие по магазину «Мебель Гранд». Уже долгое время пальму первенства в интерьерах для гостиных держат угловые диваны. И это неудивительно. На них, скажем, за просмотром вечернего фильма может собраться вся семья. Но если вы часто принимаете гостей, в комплект к такому дивану в «Мебель Гранд» для вас подберут кресло. Также здесь представлен богатый ассортимент столов и стульев для кухни, кровати и для детей и взрослых. Не забывайте, в честь открытия в магазине «Мебель Гранд» ощутимые скидки. Спешите приобрести качественную российскую мебель по очень привлекательным ценам. «Мебель Гранд», торговый центр «Куба», второй этаж. Ну и, конечно, накануне лета не лишним будет вспомнить о своем здоровье. Посетим уже знакомый нам центр доктора Бубновского, чтобы узнать, что нужно для того, чтобы всегда быть в тонусе. Стоит всего один раз посетить центр доктора Бубновского, чтобы навсегда поверить в настоящее чудо. Его яркий пример – Ольга Чернышова. После тяжелой аварии она не то что ходить, она не могла даже сидеть и самостоятельно себя обслуживать. Но благодаря в том числе и центру Бубновского, специалисты которого подобрали индивидуальную программу реабилитации и тем самым дали толчок к оздоровлению, женщина встала на ноги. Теперь Ольга без посторонней помощи может ходить, сама добирается до центра, выполняет упражнения и с каждым днем ее состояние все лучше. Секрет таких потрясающих результатов на самом деле достаточно прост. Во-первых, это огромное желание самих пациентов восстановиться. И во-вторых, это, конечно, слаженная работа команды профессионалов центра. Индивидуально подбираются упражнения. В зале пациент находится под контролем инструкторов. А я, либо другой доктор, постоянно контролируем. То есть в течение цикла пациент приходит на осмотр периодически, и мы контролируем, корректируем программу упражнений. Главный врач Артем Уханов работает в Саровском центре Бубновского с первого дня его основания. Он, как и другие специалисты центра, регулярно проходит обучение у автора метода современной кинезитерапии в Москве и региональном центре доктора Бубновского в Нижнем Новгороде. Работа с каждым пациентом начинается именно в кабинете врача. Чтобы подобрать оптимальную программу восстановления, прежде всего нужно выявить суть жалобы и узнать корень болезни. Когда пациент приходит ко мне или к другому доктору, сначала проводим миофасциальную диагностику, это авторская методика доктора Бубновского, позволяет оценить все тело, весь организм и в частности костно-мышечную систему.
после чего проводим диагностическое функциональное тестирование. Методика доктора Бубновского направлена на лечение болезней опорно-двигательного аппарата. Это грыжи межпозвонковых дисков, остеохондроз, артриты, артрозы, а также сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой и вегетативно-нервной системы. Поскольку упражнения лечебные, они включают в работу всю мышечную систему организма и тем самым усиливают и восстанавливают там, где это необходимо, кровоток. То есть влияние идет на все органы и системы организма. А подбирая конкретные упражнения, мы можем целенаправленно воздействовать на пораженный орган. Все упражнения основаны на декомпрессионном принципе, то есть при их выполнении отсутствует нагрузка на позвоночник и суставы. Длительность курса зависит от того, насколько выражено заболевание. Обычно облегчение боли приходит уже после первых занятий, но чтобы достигнуть результата и закрепить его, необходимы месяцы. Впрочем, как утверждают постояльцы центра доктора Бубновского, здоровый образ жизни входит в привычку, отказаться от которой уже не захочется никогда. Татьяну Михайловну, как и многих, привела в центр боль в спине и колене. Уже год у нее ничего не болит, но на занятия она ходит регулярно. Буду ходить вечно, до конца своих дней. Почему? Ну, это потому что реально помогает, это очень помогает. Просто я не знаю, за других не скажу, но по себе скажу, что никакие инъекции, никакие таблетки меня не вылечивали. То есть боль снималась, но потом возвращалась. Но сейчас я совершенно забыла про все печальные свои симптомы. Чувствую себя великолепно, хожу легко. А вот Александр Михайлович Мухин пока в начале своего восстановительного пути. Про себя мужчина говорит, что он еще очень молод, 82 года. Разве это возраст? Вот только коксартроз сковал его движение. Но Александр Михайлович уверен, регулярные занятия на тренажерах Бубновского и четкое следование всем рекомендациям врачей и инструкторов, и этой зимой он обязательно вновь встанет на лыжи. Вот я пришел, и сразу мне внушили доверие. Обещают, что меня поставят на ноги. Кстати, доводить до болезни опорно-двигательного аппарата лучше все-таки не стоит. И задуматься о здоровье нужно, пока оно еще есть. В центре Бубновского для вас подберут отличные профилактические программы. И помните, перед тем, как приступать к занятиям, просто необходима консультация специалиста. Здоровье в движении в центре доктора Бубновского. Улица Зернова, 11, телефон 6-72-76. Расставаться с деньгами нужно легко, но помните, только те траты полезны, что приносят нам радость. Следите за нашими эфирами и тратьте ваши деньги с умом. Удачных вам покупок!